Демонстрируется изготовка для стрельбы стоя с разных сторон. Стопы ног расположены примерно на ширине плеч, развернуты под углом 35-40 градусов. Линия, проходящая через носки, направлена параллельно или под углом 20-30 градусов к плоскости стрельбы. Ноги выпрямлены в коленных суставах. Туловище отклоняется влево и несколько назад настолько, чтобы не сказывался опрокидывающий момент силы тяжести автомата или СВД, не тянуло влево, вниз, вперед. Локоть левой руки на подвздошном гребне тазовой кости. Предплечье расположено почти вертикально. Кисть левой руки охватывает прочно магазин. Если стрельба ведется из снайперской винтовки, то она удерживается на пальцах левой руки.